Некоторое время мы с вами рассуждали об источниках православной веры и видели, что источники эти достаточно многообразные. Мы видели, что источниками веры являются предания, являются догматические и канонические решения соборов, является литургия церкви, являются писания отцов церкви, даже иконы являются источником православного учения. Это не исчерпывающий список. Сюда можно, например, добавить жития святых, которые тоже служат примером, и на основании которых православные делают тот или иной жизненный выбор и так далее. Православное учение, оно многообразно, оно основано на многих источниках, оно богато, и мы не сможем поговорить обо всех деталях того, о чем учит православная церковь. У нас небольшой курс, и нам нужно сосредоточиться на чем-то наиболее важном, и наиболее важное, по крайней мере, с практической точки зрения, для нас, размышляющих о христианстве, своем месте в христианстве, это учение о спасении. Поэтому теперь некоторое время мы посвятим сравнению православного учения о спасении с протестантским учением о спасении. Посвятим некоторое время попыткам понять, что же такое спасение вообще с православной точки зрения. И здесь мы должны прежде всего обратиться к одному ключевому богословскому термину. Православные описывают спасение как обожнение. Я уже произносил это слово несколько раз, раньше, когда мы затрагивали те или иные вопросы, теперь подошло время разобраться с этим термином. Прежде чем мы будем обсуждать этот термин подробно, тут нужно отметить, что это именно богословский термин, употребляемый в богословской литературе, но не такой термин, который используется часто в повседневной жизни или не такой термин, который встречается в богослужении. Может так статься, что вы, общаясь с православным человеком, даже таким воцерковленным, глубоко православным человеком, и произнеся слово обожение, столкнетесь с недоумением, он может не знать, что он обоживается, но когда православные богословы обсуждают, что именно происходит при спасении, они для простоты, для точности используют вот этот вот термин «обожение». Греческое слово, от которого происходит термин «обожение» — «теозис», Буквально обожение, ну, что-то типа превращение в Бога. Но здесь нужно оговорить некоторые детали. Не стоит его вот так примитивно понимать, нужно увидеть, что именно стоит за этим термином. Но прежде всего. Этот термин связан с некоторыми библейскими текстами. Помните слова Иисуса Христа в 10 главе Евангелия от когда он цитирует 81 псалом и говорит, что написано «Вы боги, да, и сыны Всевышнего все вы». И это один из случаев, когда слово «бог» употребляется по отношению к людям. Второй текст, который очень часто цитируется, которые очень часто обсуждаются, это слова из 2 послания Петра, 1 глава, 4 стих. Там сказано, что дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества. Вот это вот описание положения верующих людей, причастники божеского естества, божеской природы, оно тоже достаточно тесно связано с идеей обожения, когда человек в каком-то смысле разделяет природу с Богом. И не только в священном писании, но и в святоотической литературе часто встречается это понятие, причем отцы церкви говорят более ясно, может быть, более конкретно на эту тему. Первые, кто затрагивает эту тему, видимо из известных нам авторов, это Ириней Леонский, который в своей книге Против ересей» утверждает, что Христос стал тем, кем являемся мы, чтобы мы стали тем, кем является Он. А еще более ярко у Афанасия Великого логос вочеловечился, чтобы человек обожествился. И, наконец, самая яркая формулировка у Василия Великого – «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Вот эта вот фраза «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом» – ключевая фраза восточного богословия. Она потом обыгрывается, повторяется, осмысляется многими восточными отцами церкви. Эта фраза лежит в центре православных представлений о спасении. На самом деле не только православные используют эту фразу, выражение ⁇ Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом ⁇ повторял свое время Лютер несколько раз в своих лекциях, в своих проповедях. Это выражение использовал Мэна Симонс, это выражение используют, ну, правда, довольно редко и некоторые другие протестантские авторы, но все-таки для Запада не самое типичное описание спасения, но для Востока ключевое. В чем заключается вот это вот становление человека Богом? Но ну, прежде всего стоит оговориться, что не нужно думать, будто Бог перестает быть Троицей и становится там эм, тысячи из и все входят в Троицу, и все становятся такими же богами, какими являются Отец, Сын и Святой Дух. Нет. А человек отличается от Бога принципиально и вечно сохранится сущностное различие между человеком и между Богом. Но человек, отличаясь сущностно от Бога, по некоторым своим качествам, тем не менее, уподобляется Богу. Первое из качеств, по которым человек уподобляется Богу, первое из качеств, в котором проявляется обожение, это человек стяжает Божий характер. Собственно говоря, о том самом пишет и Петр в своем втором в послании, когда говорит, что сделались причастниками божеского естества, да, как? Удалившись от господствующего в мире растления похотью. Вот это вот удаление от растления похотью, обретение божьего характера, это существенная часть обожения. Следующая составляющая обожения с православной точки зрения – это вступление в общение с Богом. Отец, Сын и Святой Дух вечно имеют общение между собой, и это же общение, которое Лица Троицы имеют между собою, призвано разделить и обожающийся человек теперь тоже получающий возможность общаться с Богом. Третья составляющая обожения – это стяжание вечной жизни. Человек смертен, человек тленен, и только Бог обладает вечной жизнью, но благодаря обожению человек тоже начинает жить вечно. Вот эти вот три характеристики – и Божий характер, и общение с Богом, и вечная жизнь – они не вызывают у на нас какого-то удивления, как у протестантов. И, может быть, не используя термин «обожение», тем не менее, мы, как протестанты, могли бы сказать, что да, мы получаем Божий характер и общение, и вечную жизнь. Просто мы обычно используем какие-то другие термины для описания того же самого процесса. Может быть, самый близкий термин к описанию обожения – это «уподобление Иисуса Христом». Помните, апостол Павел говорит, что замысел Бога заключается как раз в том, чтобы мы были подобными образу Сына Его, дабы Он был первородным между многими братьями. Восьмая глава послания к римлянам. Так вот, мы приобретаем подобие Христа, и это и включает и характер, и общение, и вечность. Но все-таки, православное и протестантское представление о об Божии не полностью совпадает потому что с православной точки зрения обычно обоженье включает в себя нечто большее чем только вот эти вот характеристики тут трудно сказать не всегда договаривают авторы до конца не всегда полностью раскрывается вся логика но помимо всего прочего помимо сосредоточенности на вот этих вот необходимых качествах, при многих описаниях того, что происходит с православным человеком по мере его обожения, возникает еще интересная тема, например, тема чудес. Если мы будем читать «Житие святых», то мы увидим, что святые постоянно творят чудеса. Это результат того, что они обожились, и здесь, в общем-то, тоже нет ничего удивительного. Если действительно происходит какое-то подлинное уподобление Богу, Бог может творить чудеса, и человек обоженный, человек вот еще и в этом отношении уподобившийся Богу, он тоже начинает творить чудеса. Поэтому святые ходят по воде, поэтому святые не боятся огня. Поэтому святые иногда летают, иногда что-то еще, с ними происходит. Поэтому святые повелевают бесами или в некоторых житиях летают на бесах, и многие другие а, удивительные, иногда странные истории с ними происходят. Так что человек становится по каким-то своим свойствам, по каким-то внешним проявлениям очень похож на Бога, и вот здесь наверное, нам важно остановиться и задаться вопросом о механизме обожения. Если мы посмотрим на механизм, то во многом мы поймем, почему так происходит. И мы при этом сталкиваемся с определенной проблемой. Дело в том, что в православии есть как минимум два разных и несводимых друг к другу описания механизма обожения. Это любопытно. Все православные считают, что человек обоживается. Но это такое согласие отцов существует. Да. Отцы церкви согласны между собой, что спасение – это обожение. Но как происходит это? Что за механизм стоит за этим? Здесь уже есть некие разные взгляды. Два способа описать обожение, связанные вот с чем. Первый способ связан с учением Григория Паламы о нетварных энергиях. Вы помните, что у Бога есть пополами два модуса существования. Бог вечно существует в своей сущности и вечно существует в своих нетварных энергиях. А сущность Бога недоступна, неприступна, непознаваема. Все, что мы говорим о Боге, мы говорим не о сущности Божьей, все, что можно сказать о Боге, это относится к его нетварным энергиям, которые пронизывают весь мир. Так вот, с этой точки зрения, Обожение а заключается в том, что божьи нетварные энергии проникают в человека. Человек, если так можно выразиться, наполняется божьей нетварной энергией. Но божьи нетварные энергии – это все, что можно сказать о Боге. Божьи нетварные энергии – это все свойства, все атрибуты Бога. И если теперь божья нетварная энергия оказывается в человеке, то все Божьи свойства, все Божьи атрибуты становятся свойствами и атрибутами человека. Не его собственными свойствами и атрибутами, они по-прежнему Божие, и то, чем Бог обладает по природе, человек получает по благодати. Фраза встречающаяся отцов. По благодати человек обладает Божьими атрибутами, и здесь и нетление, здесь и характер, здесь и общение. Здесь и многие сверхъестественные возможности, потому что Божьи атрибуты включают в себя и возможность некоего сверхъестественного действия. Отсюда, чем более человек обоживается, тем более он становится похожим на все, что написано в Священном Писании о Боге. Второй подход, второй механизм – для представления о не в православном богословии, которого придерживаются те, которые не разделяют взгляды Паламы, это механизм, связанный с действием Духа Святого. И, может быть, вот это выражение «стяжание Духа Святого» — это то, что чаще всего вы услышите, общаясь с православными людьми и задавая им вопрос, ну вот ты, как там православный, как верующий, к чему ты стремишься и что ты делаешь. Типичнейший ответ у воцерковленных людей заключается в том, что я стяжаю Святого Духа. То есть Святой Дух все в большей и большей и большей степени в результате вот этих усилий по в результате обожения присутствует в человеке. И тогда Какие-то необычные проявления, божественные проявления, будь то характера, будь то еще чего-то в человеке, это, опять-таки, не его личные проявления, но это и не энергетические проявления, не всякий православный будет описывать все энергетически, а это личностные проявления Святого Духа, но так как они присутствуют в человеке, то это ощущается, это воспринимается как действие самого человека. Поэтому, как бы то ни было, но либо то, что мы ожидаем от Святого Духа, либо то, что мы ожидаем вообще от Божьей сущности со всеми его атрибутами, все это можно ожидать в жизни обоженного человека. И в этом смысле православная надежда, может быть, как-то более яркая, чем протестантская надежда, более яркая почему? Более явкая, потому что, кажется, более возвышенное конечное состояние конечный пункт, когда вот по атрибутам человек ничем не отличается от Бога. И второе проявление яркости, обожение – это не мгновенное явление, обожение – это постепенно происходящий процесс, и можно говорить о том, что человек чуть-чуть обожился, сильнее обожился, очень сильно там обожился, и вот эти люди, достигшие высоких степеней обожения, достигшие высоких степеней обожения здесь, уже при этой жизни, мы можем ожидать, что много необычного и особого будет связано с этим человеком. Конечно, в норме православные люди не акцентируют внимание на там сверхъестественном, а в норме православные люди сосредоточены на возможности богообщения, которое приходит к человеку благодаря обожению, на возможности близости к Богу, на возможности познания Бога. Это должно быть быть, и это преподносится как самая наиболее, как самая главная ценность вот в этом процессе обожения человека. Так что люди стремятся к богообщению, но со стороны, глядя на святых, видя, что со святыми происходит, мы с вами видим и какие-то другие внешние, необычные, сверхъестественные, яркие проявления вот этого вот обожения. И раз обожения это процесс, и процесс такой вот длительный процесс восхождения к особым степеням обожения. И разные люди этот процесс проходят с разной скоростью, с разной успешностью, то те, которые дальше по прошли по этому пути, у них больше опыта, и они могут быть помощниками для тех, которые меньше путь проделали. И вот здесь мы подходим к обычному православному общению со святыми. Зачем нужна молитва святым? Зачем нужна помощь от святого? Святой – это человек, прошедший путь обожения и имеющий опыт прохождения этого пути, и знающий трудности, которые возникают на этом пути. И благодаря опыту прохождения этого пути, и благодаря знанию об этих трудностях, теперь могущий содействовать и могущий помогать тем, которые только-только этот путь начинают. Поэтому, как только мы принимаем идею обожения, то вот такое вот молитвенное общение и вот такое вот взаимодействие со святыми, с теми, которые дальше ушли, и тут смерть никакая не преграда для этого пути, он и после смерти путь обожения продолжается. Так вот, общение с теми, которые далеко впереди нас на этом пути, это вполне естественная и закономерная идея с точки зрения православной картины спасения. Здесь, правда, нужно отметить один момент. Православные не считают, что люди дошли, прошли этот путь до конца, даже святые прошли этот путь до конца, даже святые достигли полного и окончательного обожения. И, пожалуй, здесь есть только одно исключение. Некоторые православные богословы допускают, что все-таки был один человек – прошедший этот путь полностью. Но я не говорю о Христе, конечно, тут сомнений нет никаких, что он полностью обожен. Я говорю о других людях, об обычных людях. Так вот, с православной точки зрения, возможно, был один человек. Тут просто не все православные богословы на этом настаивают, но некоторые настаивают, что был один человек, прошедший этот путь до конца. Это Мария. Посмотрите, как, например, Владимир Лоский пишет о Марии. Он, он говорит: В личности Богоматери можно видеть переход от величайшей святости Ветхого Завета к святости Церкви. Но если Всесвятая достигла высшей святости Церкви, то из всей святости, доступной тварному существу, то теперь речь идет уже о другом переходе от мира становления к вечности восьмого дня от церкви к Царствию Божьему. Это конечная слава Матери Божией, эсхатон, осуществленный в тварном существе еще прежде конца мира, уже теперь ставит ее по ту сторону смерти, воскресения и страшного суда. Она разделяет славу своего сына, царствует вместе с ним, рядом с ним правит судьбами церкви и мира, развивающимися во времени она ходатайствует за всех пред грядущим судить живых и мертвых. Обратите внимание на описание обоженного состояния. Она, Мария, царствует вместе с Сыном и правит судьбами Церкви и мира. То есть то же самое, что делает Христос. Та власть, которая проявляется Христом, в каком-то смысле проявляется и Марией. И поэтому, когда вы сталкиваетесь с особым отношением к Марии в православном благочестии, то отчасти это связано и с подобными идеями. Она особого отношения заслуживает не просто потому, что она Мать Божия, она особого отношения заслуживает, потому что она достигла такого состояния, и получила такие возможности, и обрела такую власть и такую славу, которую еще никто пока не получал в этой вселенной. Но просто справедливости ради нужно сказать, что не все православные будут на этом настаивать. Лоски, он вот из кругов такого неопатриотического синтеза, и там много таких новаторств, и там больше, может быть, акцент на вопросах обожения. Но в любом случае, почтение к Матери Божией, оно особенное, и оно такое чрезвычайно значимое в православной церкви. ТВ-семинары семинаре благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com Дальше. А, в православии понимается как процесс затрагивающий не только отдельного человека, а в православной церкви понимается как процесс вместе с человеком, затрагивающий и всю Вселенную. И чтобы, может быть, лучше это увидеть, я почитаю из того же Владимира Лоскова его пересказ. Взглядов на эту тему Максима Исповедника. Самого Максима Исповедника читать долго будет, поэтому в пересказе. Лоский пишет о человеке: что прежде всего ему надлежало целомудренной жизнью, соединением более общим, нежели внешний союз полов, превзойти определенность пола в такой целостности, которая стала бы цельностью. На втором этапе он должен был любовью к Богу, которая от всего его отрешала бы и в то же время позволяла бы ему все объять, соединить рай с остальным земным космосом, нося рай всегда в самом себе. Он бы превратил в рай всю землю. На третьей связующей ступени его дух и само его тело восторжествовали бы над пространством, соединив всю совокупность чувственного мира, землю с ее небесной твердью. На следующем этапе он должен был проникнуть в небесный космос, жить жизнью ангелов, усвоить их разумение и соединить в себе умопростигаемый мир с миром чувственным. И, наконец, космический Адам – безвозвратно отдав всего себя Богу, представил бы Ему все творение и воспринял бы от Него в взаимности любви по благодати все то, чем Бог обладает по природе. Таким образом, в превосхождении первоначального разделения на тварное и нетварное совершилось бы обожение человека и через него всей вселенной. Итак, что имеет в виду Максим Исповедник? Ну и следом за Максимом Исповедником повторяют и прочие православные богословы. Обожение человека затрагивает не только человека. Вот на этом пути к обожению человек преодолевая всякие разделения, половые э, разделения, там разделения между материальным и нематериальным миром, между чувственным, упустигаемым миром и так далее. Вот преодолевая все эти разделения, то, что должен был сделать Адам, пока э, еще это не сделано до конца, но, но, но замысел Божий, который был и который реализуется, вот человек, двигаясь по этому пути, всю Вселенную делает обоженный. Если исходить из энергетического описания, то вся Вселенная будет пронизана вот этой вот нетварной Божьей энергией. И так как обожение процесс, так как обожжение не разовое событие, а то, что потихоньку происходит, как движение по определенному пути, то даже сейчас, когда человек хотя бы отчасти движется по пути обожжения, даже когда сейчас он некоторые шаги совершает по этому пути, он захватывает и творение вместе с собой, и в этом мире есть определенные предметы уже подвергшиеся некоторому обожению. Самый яркий из этих предметов – это мощи святых. Когда святой человек обоживается, то обоживается не только там что-то нематериальное или душевное, это не просто его внутреннее состояние, обоживается все, в том числе обоживается его тело. И поэтому даже когда святой умирает, его тело остается, его останки хранят в себе кто-нибудь скажет, что Божью энергию, кто-то другой скажет, есть такой термин, останки являются духоносными, останки святого в каком-то смысле хранят в себе дух святой, и поэтому нет ничего удивительного, что останки святых являются сверхъестественными, что при прикосновении к ним там происходит исцеление болезни или еще какие-то чудеса а, с останками святых связаны, они затронуты вот этим обожением. Иконы оказываются затронуты обожением, и иконы уже не являются обычными предметами этого мира, но являются предметами сверхъестественными и так далее. Так что вот э, все движется по пути обожения. Некоторые, э, э, это нетипичное для православия мнение, это вот где-то вот такая пограничная идея. Но некоторые говорят даже об обожении каких-то сообществ. И даже говорят об ну, и этноса или государства, и вот этот вот термин Святая Русь для некоторых православных это тоже результат обожения святые на Руси, обоживаясь, в каком-то смысле захватили с собой народ и государство. И даже эта структура уже отличается от обычных от ординарных явлений этого мира. Так что, если вы хотите представить себе спасение с православной точки зрения, то спасение с православной точки зрения это такое огромное движение всех-всех-всех людей, святых и тем, кто плетется к следам в сторону обожения, и даже материальные предметы, и мир, и все туда движется, либо наполняясь Божьей энергией, либо исполняясь Духом и становясь сверхъестественным. Вот такой, может быть, немного необычный для протестантов взгляд на Божий замысел для Вселенной. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.